За час карантину ви набрали зайві 5 або 6 кілограмів, а літо вже на носі. Що з цим робити? Звертаємось до нашої наступної гості. Це Оксана Півняк, доктор причинно-сумісної медицини, універсологиня і астролог. І я так думаю, що ми сьогодні спробуємо розібратися, як набирається вага, що з нею робити, чи можна схуднути, можна скинути цю зайву вагу і зробити це швидко. Доброго дня, Оксана. Рада вас бачити. Добрий день, Юлечка. Рада вас теж бачити. Рада бути в вашій студії. Люблю вас дуже. Дякую. І тема... Навзаєм. Так. И тема актуальна, потому что мало того, что мы зимовали, мы еще были в карантине, и явно очень у многих стал вопрос относительно лишнего веса в том числе. Да? Что с этим делать, как с этим быстро попрощаться? Ну, на самом деле, здорово, что мы из карантина выходим, поэтому у нас есть возможность явно в активность такую включиться. Но, как правило, с чем связан избыточный вес? Всегда есть такой тройственный подход, и мы однозначно его сейчас соблюдаем, потому что если раньше мы только обращали внимание на физическую активность, на наше питание, да, то сейчас такое время, такие энергии, такие возможности, и к человеку нужно подходить, и к любым проблемам и вопросам всегда целостно и системно. Поэтому в тройственном подходе что мы учитываем? Первое – физическую нашу составляющую. Она действительно с нами каким-то образом связана, то есть где-то мы какие-то погрешности делали в еде, где-то у нас какие-то были стрессы, поэтому, да, где-то мало динамичный образ жизни был, потому что мы больше были в изоляции, но есть живые примеры, когда люди после карантина говорят: «А я похудел на карантине». Несмотря на то, что сидел дома, ни в чем себе не отказывал, это тоже один из факторов возникновения избыточного веса – стресс. Да? То есть где-то мы расслабились, потому что, ну, что волноваться, если в любом случае нужно как-то сконцентрироваться и больше работать с внутренними какими-то вопросами. И были те, кто похудели. Я вам скажу, серед моих знакомых большинство тех, которые набрали. Набрали, да. В большинстве своем, конечно, набрали. Так вот, первый подход – все-таки физика. Мы сейчас об этом чуть подробнее, потому что это, ну, важно. Что это с чего начинать? Дуже цікаво. Да, що тут за момент, фізика? Да, второй момент – это психосоматика. В любом случае, мы привыкли с самого детства, стрессы, какие-то конфликты, любые отрицательные эмоции мы компенсируем через еду. И нам нужно разобраться, что конкретно компенсируем. И, как ни странно, ко мне приходят на консультацию и приходили в период карантина, особенно с проблемами в отношениях, со своими внутренними какими-то проблемами. Разобраться, когда мы это все разгребали, завалы разбирали, человек худел на 5-7 килограмм, причем очень быстро, в течение 2-3 недель. Вот эти удивительные такие открытия говорят о том, что все-таки нужно подходить к проблеме комплекса. Кроме психосоматики, тоже вопросы, с которыми приходили люди. И то, что сейчас очень важно в комплексных программах похудения учитывать, это причинностный план вообще возникновения избыточного веса. Он напрямую связан с предназначением человека, с его внутренним потенциалом, с какой-то его реализацией, которая ему природой заложена. Он не может ее раскрыть и реализовать, он компенсирует это, да, причем есть, это... есть, багато так, есть. И багато есть, потому что нужно же каким-то образом вот эту, с одной стороны, психосоматическую, эмоциональную дыру как-то заполнить, а с другой стороны, я не удовлетворен собой, потому что я чего-то хотела, о чем-то мечтала, я чувствую в себе силы и возможности в чем-то быть реализован, а у меня это не получается. Конечно, я ищу компенсаторные механизмы, и прежде всего это, ну, действительно, зависимости от еды мы более всего зависимы. Так мы могли же инакше поставитись до себя. Мы могли не есть, например, а идти в тренажер. Тренажерный зал. Так, да. Ну, и было бы тогда краще, возможно. Краще, да, но есть свои такие особенности. Если идем к физике, с чего мы всегда начинаем? Все равно начинаем с еды, да, и пересматриваем свой рацион. Даже если мы хотим похудеть, для нас это есть возможность перестроить свой рацион питания. На что мы обращаем внимание? Сейчас обращаем внимание даже не столько на количество, сколько на качество еды, да. И в любом случае, если мы хотим худеть, нам нужно изменить стиль своего питания на ближайшие там год, два, три, пять, десять лет. Если не готовы, то так как мы похудели, даже ограничивая себя в еде, мы так же быстро и набираем. Причем это иногда даже быстрее, чем мы худели. Мы вроде бы усилия делали месяц-полтора, а за две недели все это в весе вернулось. Поэтому для нас очень важно первое, когда мы принимаем решение, я хочу немножко сбросить вес, хочу ли я вообще изменить систему питания. И вот к этому надо подходить более осмысленно. И от чего я сегодня готова отказаться, и что я новое в рацион готов ввести, потому что болезни напрямую связаны с избыточным весом. Оксана, знаете, много сейчас скажут фахи
фахівців говорять про те, що їжа повинна приносити вам задоволення. Так, і якщо так. ви себе обмежуєте, то ви будете набирати вагу в будь-якому випадку. Звісно, звісно. А що ж тоді, якщо їжа нам приносить задоволення, і ми можемо їсти так. щось смачненьке, так воно може призводити до надлишку ваги. Тогда нужно понимать, действительно, что приносит нам конкретно в еде удовольствие. Да? И если какие-то продукты питания вредные, но они нам удовольственные, там, или слишком соленые, или слишком сладкие, можно найти им замену. И это будет здоровый продукт, который будет приносить и удовольствие, но и мы относительно этого продукта себя совершенно по-другому будем чувствовать. Потому что любая токсичная еда, она токсицирует сначала физику, потом она токсицирует наш эмоциональный план, потом токсицирует наши мозги, а потом уже, естественно, мы затоксицированные, все бежим к доктору, потому что нужно лечить болезни. Сегодня еда может как раз восстановить здоровье и точно дать возможность нам не болеть. И вот когда мы кайф уже получаем не только от того, что мы съедаем, а как мы после того себя чувствуем, то вот этот навык, он начинает просто закрепляться, и мы с удовольствием начинаем... Сейчас система ограничений вообще не работает. То есть если человек любит соленое, предложи ему, или там любит сильную белковую пищу, там, допустим, жирное какое-то мясо или еще что-то, он употреблял много времени, предложи ему такой же белок, но более качественный, растительный, начиная его постепенно замещать, и человек почувствует, что он ест, насыщается, получает такое же удовольствие при правильном, вкусном и красивом приготовлении, но при этом он себя чувствует гораздо лучше, не набирает вес. А если мы сейчас перейдем до більш практичных парад, бо тут зрозуміло, що треба так, щось так. змінювати. Так, але конкретно що саме? Что? Так, в яких кількостях і що ж треба робити? Так. Ну, первое, мы смотрим калораж, все равно, если мы хотим худеть, 1200 килокалорий, причем мы должны понимать, чем старше мы, тем калорий мы едим меньше, двигаемся мы больше. Ну, как бы никуда от этого не денешься, да, если мне уже 49 лет, то, естественно, мой калораж и количество, и все это уменьшается, при этом моя физическая активность, нагрузка увеличивается в разы. Поэтому 1200 – это такая средняя калоражная система, в которую мы включаемся. Если так мы старше, можно и 1000 калорий, если еще старше, можно и на 800 калорий. Так что, выходить с веком мы повинні більше рухатись? Так, совершенно верно. Так устроен человеческий организм, если уже туда внутрь посмотреть, на внутренние глубины, длинные такие проблемы, происходящего с избыточным весом, с возрастом человек должен научиться новому качественному энергообмену. Для нас еда – это как бы энергия. Нам кажется, что мы энергией наполнились и там живем-живем, в активность входим. На каком-то, пока мы молодые, этот энергообмен, он реально работает, но когда мы становимся старше, мы должны в другие совершенно энергопроцессы включать. Поэтому еда нам дальше идет уже во вред. И вот этот калораж мы уменьшаем. 1200 килокалорий раз. Так. Потом мы смотрим на нашу тарелку, да, то есть качество еды, мы, конечно, исключаем все вредные продукты. Газированные, консервированные, слишком соленые, жареные и так далее. Переходим на правильные приготовления и на, естественно, здоровую пищу. Да, это как можно больше растительной клетчатки включать, бобовые, хорошие не отшлифованные крупы, хорошие масла, которые холодного отжима, и у нас их должен быть большой рацион, потому что мы должны жиры растительные употреблять в очень большом количестве, они нам важны и нужны. Сейчас очень много нужно белка, вот, да, причем растительного, классного, проросшие зерна любого характера. Для нас это не только питание, но это еще и здоровье. Потом мы пересматриваем... Да, буде літо. Ми ж скільки всього можемо корисного і дуже смачного їсти. Так, совершенно верно. Ну, ще головне правильно все це приготувати, щоб це було вкусно. Ну, зараз для лінивих на самом деле є такі класні доставки, які там, допустим, вибираємо фітнес-меню, нам 4-5 блюд привозять на цілий день, і вони правильно все приготовлені, там весь калораж соблюдається. От, пожалуйста, бери, тот, хто має можливість фінансово, пожалуйста, має можливість зараз таку, да, самостоятельность себе приобрести. Но, кроме калорийности, что для нас важно? Еще и качество приема пищи, количество приема пищи. То есть, если мы говорим, средний объем – это наша ладошечка, да, но представляем, что чем старше мы становимся, тем количество зменшується. Наша долоня, да. Це що, виходить, ми, да, і да, чим да. старше, то так зовсім трошки представляете? То есть, фактически, я собі не уявляю. Представляете? То есть, мы рождаемся, у нас такая маленькая ладошка, и нам как будто бы ладонь растет, и тарелка наша растет. Когда мы становимся старше, почему? Ну, кожа высыхает, все, вот как бы мы уменьшаемся энергетически, уже запас своих калорий мы потеряли, поэтому энергетически мы больше должны общаться, включаться в качественные новые энергообмены, медитировать с высшим там, принципом жизни, общаться друг с другом в энергообмен, включаться еды все меньше и меньше. Вот, то есть мы должны прийти к такой маленькой ладошке, с которой родились. Вот такая особенность, уникальность, но тем не менее она 100% работает. Кроме этого, что для нас очень важно еще в рационах питания – вода.
То есть чистая вода, ну, мы говорим о том, чтобы она в нашей среде, чтобы она была щелочная, там, да, вот определенной pH среды с микроэлементами, витаминами, минералами, это тоже для нас очень важно, но объем воды должен быть достаточный, потому что если мы идем в программы похудения, воды нет, мы не худеем, у нас начинаются какие-то проблемы со здоровьем, поэтому воды должно быть достаточно, ну, хорошая 1,5-2 литра, но мы обычно рассчитываем миллилитров на килограмм массы тела, да, вот так мы рассчитываем, если хочется больше, мы пьем как бы больше, это пожалуйста, да. То есть количество, соль и вода – это то, что нам тоже очень важно, ну, в рационах питания, ну, обязательно соблюдать. Плюс физическая нагрузка. Но мы должны помнить, чем больше мы занимаемся спортом, тем больше мы есть хотим. Поэтому должна быть, ну, гармоничная физическая нагрузка. Причем она таковая, что не так, что я пришла там 3 часа позанималась спортом, потом мне хочется себя поблагодарить и сказать, какая так молодец, еще тортика. Потом тортика. Так, так. Вот если хочется, да, вот опять же, возвращаемся к тому, что сегодня ограничения. Не работает. Як можна не їсти, ну, не знаю, там морозиво чи не з'їсти? Можна, можна. От все можна. На самом деле, даже великі звезди, які прекрасно виглядять свої там 70 і 80 років, собі дозволяють якісь, ну, вот такі шалості, да, якщо хочеться, можна. Ну, пам'ятати о том, що якщо я вже з'їла там этот вредний немножко продукт, то мені надо, ну, где-то більше поактивніше, где-то в чому-то себе, може бути, якщо це до 6, то, пожалуйста, якщо після 6, то це вже пойде все в жири. Ну, і как бы вся моя робота до этого, може бути, пойти на смарку, да, поэтому мы, если и хотим что-то вкусненькое, классненькое, то хотя бы это утром, днем делать, когда у нас еще все метаболические процессы активны и запущены. И никогда не сравниваем, что если мы физически активничаем, то потом можно съесть мороженое. Нет, наоборот. Мы сначала можем съесть, а потом активно поработать для того, чтобы метаболизмы свои внутренние все запустить. Ага, тобто ми себе навпаки трошки перестроюємо. Да, трошки. Перестраюємо. Угу. Да. З приводу психосоматики, от ви так дуже добре сказали, що психосоматичних проблем, насправді, у нас дуже багато, і наш організм, він в першу чергу реагує саме на такі процеси. І додаємо ми зайвих кілограмів, і можемо додавати через те, що психосоматика працює. Так? Що з цим бути? Як не нервуватися? Як себе в гармонію в таку завести і з неї не виходити? Так, так не буде. Звісно, ми не люди, буде. Ми чоловіки, ходимо по землі, ми емоціонуємо, ми боліємо, ми страдаємо, ми мучимося. Це все нормально. Друге діло, що потрібно навчити управлять своими эмоциями, это да. Не подавлять свои отрицательные эмоции, это да. Вот. И эмоции, на самом деле, которые мы заедаем, очень много. Причем это с самого раннего детства, когда ребенок у нас рождается, он совсем маленький, когда он начинает кричать, что делает мама. Так. Кормить, да, так, кормить. Він же ж заспокоївся, йому добре. Вот, то есть это, представляете, какой бессознательный механизм компенсации негативных переживаний, ощущений, он записан глубоко в подкорке. Поэтому доставать его нужно потихоньку. Если мы хотим освобождаться через психосоматику от лишних килограммов, нужно достать и освободить свои все эмоции негативные, их просто выпустить. И я говорила, уже приводила пример о том, что если у меня есть конфликтные какие-то ситуации, вот в них нужно разобраться. Иногда можно это сделать самому. Сейчас миллионы тысяч практики, где мы освобождаемся от негативных эмоциональных реакций любого формата. Но есть такие эмоциональные переживания, которые зашифрованы очень глубоко. Они сидят в корневой системе родительской семьи. Там ненависть, неприятие, обида, какие-то внутренние страхи. Конечно, они требуют специалиста, который, ну, сопровождать будет. Не потому, что мы сами не можем. На самом деле человек может быть сам здоровым, счастливым, сам себе режиссером, актером, там, доктором, кем угодно. Но другое момент, что если это болезненно и очень травматично, должен быть тот, кто тебя сопровождает, кто помогает и кто достанет это все и даст этому выход. И вот а если... Что такое выход? Что такое выход? Как до него ставитесь? Это треба взять грушу, побить ее? Чи... Вот совершенно верно. То есть ага. У мужчин это одно проявление, да, у женщин точно так же. Мы настолько сейчас ну, в своей полярности похожи, да, вот мы сейчас два плюса такие, которые пытаемся научиться сотрудничать, что мужчины, что женщины. Так вот, выпустить можно по-разному. Можно рисовать, выпускать эмоционально, да, какое-то негативное переживание. Вот. Можно действительно в спорт куда-то, да, это отправлять. Можно в любой формат творчества. Можно просто выписать негативные мысли, эмоции, выложить их на бумагу, чтобы они в энергосистеме, в нашем эмоциональном мире не жили и нас не разрушали. Звільнитись від усього поганого, думати про добре. Так. І справді ми побачимо вже результат. Ми будемо ходити до спортивних залів і займатися спортом.
якщо є можливість, просто виходити на вулицю, так, і набиратись того позитиву. Зараз сонечко починає світити, так, дуже гарно, є свіже повітря, і все це дасть нам сили. Ну і, звичайно ж, будемо харчуватися так, як ви нам сказали, так, обов'язково будемо багато пити води, ну і будемо здоровішими, і будемо худнути, бо літо вже скоро, і так, ось вже за тиждень буде 1 червня. Дуже дякую вам, пані Оксано, що прийшли до нашої студії. Стільки всього розповіли цікавого. Я так сподіваюся, що наші глядачі обов'язково собі занотують, запишуть і будуть керуватися усім, що сказала наша фахівець. Ну, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.